приветствую вас, мои друзья и гости канала, и многие из вас хотят квартирку. Я хочу тоже так же, как и вы. Я же тоже такой же, из разряда хитрых. Хотят квартиру, евро-двушку, и при этом говорят: Макс, ты там по 18 миллионов показываешь нам без вида, ты что, сумасшедший? Я иногда реально думаю, что, наверное, либо лыжи не едут, либо я что-то делаю не так в этой жизни. А сегодня я увидел хорошую квартиру в центре Сочи, чтобы вы понимали, центр, именно сам центр, не какой-нибудь там район там завокзальный, заречный и так далее, именно центр. Давайте мы с вами посмотрим квартиру, евро-двушку с хорошим ремонтом. Ну, как с хорошим ремонтом? Лично мне понравилось, я бы заехал бы и жил бы, и даже бы ничего здесь не переделывал. Итак, заходим. Вход, да, все красиво, все аккуратненько, посмотрите. Ну и, конечно же, тут же мы попадаем с вами в кухню-гостиную. Большую, просторную кухню-гостиную. Да, может быть, кто-то там сказал бы, я там хочу более современные. Не знаю, правда, зачем здесь и электрическая у нас, и газовая плита. Ну, есть. На всякий случай то и то. В целом сделано все довольно-таки неплохо, ребят. И давайте посмотрим все-таки то, что мне понравилось больше всего. А больше всего мне понравилось, конечно же, это джакузи. Да? И, конечно же, тут же есть еще и душевая. Тут же есть бойлер. И знаете что, когда я пообщался с жильцами этого дома, я удивился, знаете чему? Вот квартира в центре, да, в хорошем шикарном доме, да, посмотрите, да, все. И здесь коммунальные платежи составляют 23 рубля с квадратного метра. Я в «Мелодии леса» плачу больше, представляете себе? И остальное все идет по счетчикам. Здесь индивидуальный газовый котел, здесь электричество, здесь вода. В итоге получается, вы живете в доме бизнес-класса. Снаружи он прям шикарный, красивый, прям, ну, всем требованиям вашим соответствует. И при этом, да, при этом вы платите за эту квартиру меньше, ребят, чтобы вы понимали, меньше 3000 рублей все вместе коммунальные платежи. Ну, может быть, 3500, если вы прям сильно нажгете. Вид с окна, кто-то скажет: Макс, ну блин, не тот вид, да, хотя вот вам море, да, а вот зелень, здесь у нас территория водоканала, поэтому здесь ничего под окнами не вырастет. Кстати, проблем с паркингом нету, ничего нету, все очень хорошо и комфортно. Ну и, конечно же, давайте еще раз покажу, да, у нас высокие потолки, хорошая люстра, хорошая такая зона кухни-гостиной, ну, все хорошо сделано. Прям, я считаю, прям отлично. Ну и, конечно же, есть две спальни. Первая спальня, она небольшая, да, сразу говорю. Ну, прям, не такого, чтобы она прям большая. Но, в принципе, я думаю, для спальни более чем достаточно. Здесь мы видим, что для ребенка есть письменный стол. И, конечно же, здесь мы с вами, по логике, должна здесь стоять кровать. Здесь есть 2 метра, поэтому спокойно она встает. И, конечно же, эта квартира угловая, и отсюда вид просто потрясающий идет на у нас. Ну-ка, что это перед нами стоит? Правильно, Хаят, да, самый дорогой у нас апартаментный комплекс, который находится в Сочи. И вот здесь у нас такие вот соседи, наверное, вы уже узнали, да, соседи. Один из соседей — это у нас так называемый, который Титаник, да. И вот он, Александрийский маяк прямо напротив нас. И вид, конечно же, просто потрясающий. Вот тот случай, когда вы пешком можете куда угодно дойти. Вот идет основная улица, вот она прямо внизу. И вы пешочком здесь проходите. Место, конечно же, бомбическое. Место просто шикарное. Ну и, конечно, давайте посмотрим еще одну спальню. И давайте я вам покажу. Вот она, спальня, да, взрослая. Конечно, там, может быть, кровать пора уже подменять, либо еще что-нибудь. Но в целом тоже, посмотрите, все сделано с умом, да, все сделано довольно-таки хорошо. Да, обновить телевизор нужно, да, что-то еще здесь поделать по мелочи. Но посмотрите, со всех окон вид на море, находится в самом-самом-самом центре. Да, и при этом квартира 66 квадратных метров, сделана она, у нас распланирована в евро-двушку с двумя изолированными спальнями, с большой кухней-гостиной. И при этом ценник, я считаю, более чем интересный. Эта квартира у нас, по большому счету, всего лишь стоит 13 миллионов рублей. 13 миллионов рублей, ребят, с техникой и с мебелью. 13, не 18, да, не 23, там, без вида и так далее. Это место по-настоящему хорошее. Мы вот с вами находимся, да, вроде на самом центре. Давайте откроем окно. Видите, нет никакого шума. Тот случай, когда ты смотришь в окно, тут тебе и елочка там, и какие-то вот эти вот у нас среднеземноморские сосны, и пальмы, и
Просто ночью здесь просто такой бомбический вид, вы даже представить не можете. А это у нас дома, которые находятся на улице Первомайская. Да, тоже их видно. В общем, вот здесь мы видим с вами уже морской вокзал. Квартира хорошая, вид шикарный. И для тех, кому нужна относительно недорогая квартира, да, с пропиской, там, с адресом, все как положено, я считаю, что вам можно ее рассмотреть в первую очередь. И, конечно же, вот евро-двушка – это самый популярный стандарт, это самый популярный вариант для приобретения, потому что плюсов очень-очень много. Для ребенка место есть, для себя любимого места есть, для гостей тоже есть. Ну и, конечно же, вид есть, и ванная комната нормально полноценная. И здесь тоже, смотрите, мы ходим, здесь все сделано просто изумительно. Поэтому, ребят, если вдруг есть желание приобрести квартиру в центре Сочи, не путайте с вокзальным районом, с Заречным районом, с Новым Сочи, не путайте, а именно центр Сочи, то рекомендую присмотреться к данному объекту, да, точнее к данной квартире, и всю информацию можете получить у меня по телефону. Итак, 66 целых там какой-то, ну в общем, мы уже округлили до 70 квадратных метров. И знаете, хотя вот я здесь нахожусь сейчас, прямо отвлекусь, я здесь не чувствую, что здесь 70 квадратных метров, такое ощущение, как будто больше, потому что я видел, например, 75 квадратных метров в Прагме, и она реально смотрится в разы меньше, такое ощущение, как будто здесь квадратов 85, не знаю, может быть, и ошиблись, кто мне говорит, потому что, посмотрите, две нормальные полноценные спальни, опять же, хорошая кухня-гостиная, огромная ванная комната, целая куча гардеробных, но она никак не выглядит на эти 67 квадратных метров, или сколько там, 68. Мне кажется, здесь квадратов 85, ну так чисто субъективно. Я думаю, что эту квартиру быстро найдет своего покупателя, поэтому обращаемся, и особенно для тех, кто хочет именно центр Сочи. Для вас это шанс. Все, ребят, пока, посмотрим еще одну квартирку в данном жилом доме. Пока.